Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал ряд крупных продовольственных магазинов. «Я хочу всех заверить, что дефицита продуктов нет», – написал глава в своем инстаграме. «Полки постоянно пополняются продуктами, запасы имеются в достаточном количестве». Он также сообщил, что в условиях высокого спроса будут организованы дополнительные закупки и увеличен штат сотрудников торговых предприятий. Мониторинг в магазинах будет продолжен.